А, вот, да, это ничего не снимал. Короче, видео про сложную навеску. Блин, надо еще все повторить, да? Короче, точки крепления были не сильно надежны. И для того, чтобы в первый раз, когда я вылезал, убедиться на 100%, что все ровно, я добавил к спусковому и страховочному устройству еще одно спусковое. Восьмерку. Привязал ее к трубостойке. А на ее веревку одел жумар и свою любимую самодельную лесенку. Ну, зацените, народ. Я могу подняться вверх, вниз, на 4 ступеньки. Не надо пользоваться жумаром. Но жумар у меня есть. А, подожди, еще раз прославим Тёмыча. Тёмыч, смотри в камеру. Все, он теперь знаменит на весь мир. Бля, каким прокручивается, сука. Какая? Блять. Ладно, народ, у нас тут проблемы. Будем решать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.